Здравствуйте, меня зовут Кристина, я студентка третьего курса русского языка. Я хочу вам посоветовать одну из моих любимых книг – «Письма к молодому поэту» Рильке. Я выбрала эту книгу, потому что чем больше я читаю ее, тем больше я узнаю. Я читала эту книгу много раз и всегда находила что-то новое, и поэтому мне нравится. «Письма к молодому поэту» — это 10 писем, которые Рильке послал между 1903-1908 Францу Чаверу Капусу. Этот молодой человек учился в военном училище, но обращался за советом к известному писателю, что ему надо делать, чтобы стать поэтом. Рильке говорит о том, как смотреть на жизнь, на одиночество, на поэзию. По-моему, эта книга очень вдохновляющая и показательная. Она всегда удивляется.